Она всегда была конференция актуальна во все года, вот с момента ее проведения. Но в этот год она более значимая. Она на сегодняшний день и по актуальности более значимая, и по масштабу. Обсудили вот значимые для как крупнейшего оператора подвижного состава. А мы на сегодняшний день более 160 тысяч имеем вагонов подвижной и являемся федеральной грузовой компанией. На сегодняшний день столько вопросов, связанных с эксплуатацией подвижного состава, с ремонтом подвижного состава. Да? Актуален очень был вопрос, который поднял первый вице-президент Морозов Вадим Николаевич, это с инновационным вагоном